Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как настроить звук уведомлений и так далее данных часов. Итак, для того, чтобы настроить громкость звука, мы свайпаем вниз, выбираем приложение настройки, после чего проходим в раздел звуки и вибрации. Далее проходим вниз. И здесь у нас есть громкость. Ой, да что ж такое-то? Нажимаем на громкость. И теперь мы можем настроить громкость мелодии. Можем настроить громкость медиа, уведомлений и систем. Просто установить то, что вам больше подходит. И на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.